наступлением весны начинается пожароопасный период. О последствиях возгорания сухой растительности, а также о правилах безопасности, соблюдение которых позволяет избежать пожаров, рассказала главный специалист Центра пропаганды и социокультурной деятельности МГУ МЧС Анастасия Гарбар. Помните, что за незаконное выжигание мусора и сухой растительности предусмотрена административная ответственность. Штраф от 10 до 30 базовых величин. А в случае уничтожения или повреждения чужого имущества виновнику придется возмещать еще и гражданские иски. Но самое страшное, что эти ситуации приводят к трагическим исходам жизни человека. Для того, чтобы избежать беды, ни в коем случае не жгите траву. А вот сжигать мусор на своем участке, конечно, можно. Но при этом необходимо соблюдать правила безопасности. Человеку, ставшему свидетелем горения сухой растительности, надо сообщить об этом по номеру 101 или 112.